Здравствуйте, рады мои. А кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот сейчас наблюдаем Луну. Сейчас будет закат уже. Время почти 22 часа. Ну, где-то без 10, 22. 21, там 50. Число сегодня 23 сентября 2020 года. День днем было осеннего равноденствия, рады мои. И Луна как раз две четверти, почти две четверти. Сейчас давайте померим, что странное происходит с Луной и Солнцем. Так, рады мои, для чего я вам сейчас это вот показал именно сегодня Луну. А вот теперь давайте, рады мои, посмотрим, что нам впихивают про древних греков. Аристарх, две века до нашей эры. Что он сделал? Вот когда Луна была ровно наполовину освещена Солнцем. Видите, вот вверху картинки. Или так, или так. Значит, относительно мысль такая. Вот Земля, матушка. Вот Луна и Солнце. И относительно вот Земли и Солнца. На Луне вот здесь сейчас. Вот здесь вот, расстояние. Вот здесь прямой угол. И он померил вот расстояние, вот так, угол между вот, от Луны померил до Солнца. И у него получилось, рады мои, 87 градусов. Но тут написано, видите, читайте. Истинное значение требуемого угла. Вот слово истинное собачили. Совести нет. Вот, вот такая картиночка, рады мои. Вот Луна напополам освещена. То же самое, треугольник Аристарха, блин. Вот солнышко, а вот Земля. И вот он, значит, здесь, значит, прямой угол должен быть, рады мои, правильно же? И вот угол померил вот этот. Ну, таким способом я уже мерил, рады мои. У меня есть такое видео, кто не видел, посмотрите. Так вот, рады мои, там я померил, что доказал, что это фуфло. Это полный обман, никакого Аристарха не было, его выдумали. А теперь, рады мои, потому что так невозможно померить. А теперь давайте померим то же самое, вот так же примерно, но другим путем, тоже с помощью прямого угла, будем измерять, но уже также Луна, Солнце, Земля, вот так, треугольником, но маленько по-другому. Смотрите, рады мои, внимательно. Сейчас, рады мои, день осеннего равноденствия. Так вот, если так вот подумать, вот здесь, рады мои, вот так вот, солнце же огромно, вот так вот, солнышко, и оно так светит, лучи светят, вот так вот, если нарисовать. Вот здесь Земля, матушка, Земля, видно, нет? Ой, не видно, так. Вот здесь надо солнышко нарисовать. Вот так солнышко нарисовать. Солнышко, так лучи. Вот лучи. А вот здесь Луна. Где-то вот здесь. Вот здесь. А у нас же ось Земли сейчас ровная. В этот момент. Относительно Солнца-то. И вот, рады мои, вот здесь сейчас должно быть, вот здесь вот прямой угол. Уже не здесь, как там Аристарх к Луне. А вот здесь должен быть прямой угол от центра Земли до Луны, видите, как пополам. И до Солнца. Вот здесь прямой угол. Ну, если непонятно, давайте сейчас покажу маленько по-другому. Та же самая картиночка, только по-другому. Так, вот здесь сразу рисую, где тут видно, чтоб не залезть, чтобы видно было. Вот. Увеличил сильно много. Вот, где-то вот здесь, допустим, солнышко светит. Вот здесь солнышко светит. Вот здесь где-то Земля, матушка. А вот здесь Луна. И она вот так вот уже загорожена в темноте, половина Луны. Так вот этот угол, рады мои, вот здесь, значит. А вот этот угол,
Муж же день сегодня роденьстве. Повело, вот здесь должен быть прямой угол. Ровный прямой. А так как рады мои, вот давайте еще нарисую. Наверное, надо уменьшить масштаб-то уменьшить. О, прекрасно. Вот. Вот, допустим, земля, матушка. Вот здесь солнышко. А вот так луна. Видно, нет? Видно прекрасно. И земля крутится вот так, допустим. Шар. Родные, вот так вот. Вот если я стою здесь, вот здесь стою, допустим, человек стоит. У него как раз рассвет. Рассвет. А вот когда земля повернется, вот здесь, солнце в зените, находится в зените, а луна должна быть, восход луны. А так как сутки 24 часа, вот половина суток, значит, 12 часов. Вот это вот расстояние. 6 часов. Должно быть расстояние будет здесь. 6 часов. Согласны, рады мои? А теперь смотрим, что тут получилось. Вот сегодня, рады мои, 23 сентября 2020 года. Восход солнца, рады мои. 6.51. Но мы же, как Аристархи, изучаем же, рады мои, что нам истину-то пихать. Ну, примерно 7 часов, рады мои. Согласны? Восход солнца. Закат в 19 часов. Это, рады мои, солнце. А теперь, рады мои, луна. То же самое, 23.09.2020 года. Восход Луны. 14 часов почти что, а заход в 10 часов. Вот сейчас уже Луна зашла у меня. Вот, вот это правильно, правильно, родные. Все совпадает, родные. Но смотрите, разницу вот это отнимите, 22.14. Это что получается? Так. Где тут у нас 22.14? 22 минус 14 равно 8 часов. Значит, рады мы прибавить на 4 часа половина, когда будет луна в зените. А луна в зените у нас, значит, когда восход луны? В 14. 14. Значит, 14 плюс 4. В 6 часов, рады мои, луна в зените. Правильно? Правильно. А солнышко у нас когда у нас? Тут я разницу посчитал. Вот 7 часов и 19. Ну, давайте там тоже посчитаем, чтобы видно было. 19. Минус 7. 12. Значит, 6 часов прибавляем. 7 плюс 6 равно 13 часов. 13 часов. Так вот, рады мои, что у нас тут получилось-то? Календарь-то. Восход Луны 14 плюс 4, 18. Блин, не туда нажал. 18 минус 13. Рады мои, 5 часов. А должна быть разница 6. Теперь, рады мои, смотрим восход. Восход 14 часов, луна. А солнце всходит
в 7 утра. Так, рады мои, разница 7 часов. Угол-то прямой не получается, должно быть 6 часов, что в зените, что в восходе. При закате тоже самое, рады мои, разница, по-моему, 4 часа там. Но может только вот какой-то год непутевый. Давайте посмотрим, рады мои. День осеннего родительства, 2012 год. Луна тоже, рады мои, вот здесь 35%, ну почти что, 40%. Так, рады мои, вот здесь тоже восход Луны 15, закат 23 часа. И Солнце в 2012 году, день осеннего родительства, восход 8 утра почти, заход 20. Если так посчитать, то же самое, не совпадуха, рады мои. Не совпадает. Так, рады мои, получается-то здесь 90 градусов угол не получается, рады мои. Даже вот здесь не получается. Что-то, короче, я к чему говорю-то, вот это видео снял. Что вот эти аристархи, древние греки и все остальное, на которые ссылаются наша официальная наука, что якобы какие-то древние греки, рады мои. Я говорю, римляне, греки, древние. И там еще кое-кто говорят на мертвых языках. И все эти нелюди, мертвоязыковые, и сейчас там правят, и хвалят друг друга, и врут, рады мои, просто вся история, обман. А наука, рады мои, это и есть история. Все, лайки, дизлайки. До свидания, рады мои.